Традиционная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» в этом году стала частью всероссийской лесовосстановительной кампании. 300 тысяч новых растений появятся в Подмосковье. Из-за пандемии массовых мероприятий в рамках акции не предусмотрено. Однако жители могут помочь на посадках в собственном дворе. В городском округе они пройдут с 21 сентября и до конца месяца. Уже закуплены саженцы различных пород. Клен, липа, форзиция, спирея и барбарис. В течение полугода в администрации принимали предложения жителей, где и чем озеленить территории. Распределение саженцев будет происходить по территориям. Сажать будем во всех микрорайонах: и Ильинская, Отрадная, и Павшинская пойма, и Старый город, естественно, тоже. В общем-то, везде, где вот заявки жителей были, на муниципальных территориях мы высаживаем. Во всех заявках у нас всегда есть телефон контакта ответственного лица. То есть тот, кто заказал саженцы, мы с ними заранее связываемся, говорим, что тогда-то они приедут, спрашиваем, нужна ли помощь в посадке. Если нужна помощь, значит, организуем и своими силами просто привозим и раздаем.